Приветствую вас на канале СССР Gun.ru. У нас на обзоре пневматический пистолет Borner Z-122. В комплекте нас ожидает руководство по эксплуатации и сам пистолет. Это весьма бюджетный, но при этом качественно сделанный пневматический пистолет. Он стреляет стальными шариками калибром 4,5 мм. При этом, по заявлениям производителя, скорость выстрела достигает 125 метров в секунду. Корпус пистолета изготовлен из прочного черного пластика. Внутренние механизмы сделаны из металла. Использование пластика позволило добиться веса всего в 400 грамм при длине пистолета в 200 мм. Несмотря на то, что пистолет весь такой пластмассовый, магазин у него полноразмерный, и в него вмещается до 20 шариков. Туда же устанавливается баллончик с газом CO2 на 12 грамм. Помимо удобства, полноразмерный магазин также обеспечивает преимущество в надежности. Кстати, данная модель представляет собой реплику немецкого боевого пистолета Sig Sauer P226, и сделан он весьма реалистично. Рукоять, например, обладает очень удобной эргономичной формой, а также ребристой фактурой, обеспечивающей уверенный хват оружия. Курок у пистолета подвижный, что позволяет стрелять не только самовзводом, но и по предварительному взводу курка. Это позволит увеличить точность и кучность стрельбы. У пистолета имеется мушка и целик. Также у пистолета есть предохранитель, что важно, ведь это обеспечивает безопасность. Ну а на нижней передней части расположена планка вивера, на которую вы можете повесить лазерный целеуказатель или тактический фонарик. Данная модель отличается великолепным соотношением цены и качества. Пистолет определенно стоит своих денег. Подойдет как новичкам, так и любителям пневматики. Приобрести его можно на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был СССР Gun.ru. До новых встреч!